Это классно развивающая игрушечка от Vitesse, вот такой динозаврик. В комплекте идет разноцветные различные монетки в виде тут фрукты, овощи, которые можно сюда ему в ротик засовывать, то есть кормить его. И он будет называть цвета, названия этих фруктов, овощей, сюда вот вставляются. Здесь очень много различных режимов, есть что понажимать, кнопочки, громкость регулируется. Также его можно катать. Есть веревочка на колесиках. Тут также есть кнопочка. Вот он просит, покорми меня. Оранжевая морковочка. Вот она сюда упала. Сейчас он просит грибочек белый, но здесь вот по монеткам не все есть, поэтому пропускаем. Ну, можно, в принципе, бросать любые. Так, что-то я прослушала, блю, вот это, наверное. Здесь также есть цифры, цвета, формы, здесь музыка. Очень удобно, что вот эти все монетки вот здесь вот хранятся, и никуда они не денутся. Вот так можно его катать, снизу вот такие колесики. Бананов захотел, даем ему бананов. Так, и здесь вот есть режимы, есть цифры и вот это вот фрукты. А теперь он будет цифры называть. Так, сейчас мы ему дадим яблочко. Здесь также нажимается все. Состояние у него очень хорошее. Здесь от всех с батареечками. Он очень прочный, качественный, фирма известная. Поэтому хватит, такая игрушка прослужит долго. Ну, я говорю, можно как каталочку еще использовать. Неубиваемо, можно сказать. Игрушка, здесь вот небольшие царапинки есть на пластике. Ну, интересно, много очень различных функций. Здесь была эта свинка Пеппа, кто-то ее тут приклеил наклеечку. Вот, он уже говорит за цифры. Много различные музыкальные играют мелодии. Песенки различные. Ну, в общем, классная игрушка, увлекательная.